церквей и соединение всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. По святым крови всем и с верою, благоговением и страхом Божиим, ходящих онь, Господу помолимся. Господи, храни нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Мудрость. Аминь. Паки, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Честные отцы, дорогие братья и сестры, как быстро летит время, и только остаются некие следы, следы от ран, от болезней, от горя, и следы радости, которые тоже есть в нашей жизни. И вот одна из этих радостей и утешений, которые Господь Бог дал нам в этой жизни, этот святой храм на месте мученического подвига святых царственных страстотерпцев и с ними пострадавших. Этот храм памяти и храм любви человека к Богу и к Его избранникам. И мы сегодня с благодарностью Богу за это 20-летие от всего сердца говорим слова этой благодарности. Для нас очень важно, чтобы мы помнили всегда тех, благодаря которым в этой жизни совершается что-то доброе и благополезное. Многие люди уже давно ушли из этого мира в вечность, но следы их любви к Богу и человеку, они остались. И этот храм – это знак нашей благодарности тем, кто пролил свою кровь за святое православие, за святую Русь. И сегодня мы являемся наследниками этого, и с благодарностью Богу принимаем это наследство и любим и этот храм, и эту память о тех, кто здесь 100 лет тому назад совершил свой мученический подвиг. Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в строительстве этого замечательного храма. Это и место для души, это и серьезнейшее украшение, архитектурное украшение нашего города, одна из доминант, и люди, приезжающие в Екатеринбург, интересуются, где же находится храм на крови, для того, чтобы прийти, приобщиться к тем событиям историческим, которые здесь были, ну и просто посмотреть, как нынешнее поколение чтит память страстотерпцев святых, как относится к этим историческим событиям и как выглядит это памятное место.